пойдет, блядь. Или 260, вам хуя 260, ебать, искать. Нет, 200 нормальное ощущение. Давай так, 257. Там это. Там на полу ПКД сдавайте хотя бы, а у я вот на полу, блядь. А то, блядь, весь трэш, короче, хуй пойми, где бегает, нахуй, на пол. А ты что, слабый танк? Ты же самый сильный у нас. И поставь, пожалуйста, Хант один этот, медленный режим этот, типа. Аспект. Ставлю, ставлю, ебану его. Медленный режим уже на... как сирусские админы, говоришь. Бля, так я ж трэш разъебу на этом. Файре. Блин, ну дипер, блядь. 4 моба. Короче, мне надо на следующее CLK Fire приодеть. Я просто забираю таун там, короче, на секунд 5 и все вот так. Уже получается. Может, все-таки сразу, хорошо. Сразу напала, Андрюха. Может, сразу? Почему? Это, наверное, первый персонаж, которого я верю, нахуй. А есть сезон, который будет показывать абсорб с пухи этой? Что показывать? Скаду попробую или Тейлс. Так, и Макс мертвый лежит или он здесь? Нахуя вы и выйдете, блять? Что и так непонятно, что трэш убитый там и там? Бафать, чтобы заново, блять? И Макс мертвый. Мертвых правильно показывают. Числам из ТФК. Женек, шнурки, а ты что, себе эти осколки докупил, что ли? Через магазин? Ну а хули же тянуть, блядь, попа за яйца, блядь. Это на что кто тебя собирает? В Акате собирает, да? Москвана выбил. А сколько осколков ты тогда добрал себе? В районе 10 точно, больше даже. У него было 35. Ой, он говорил, 37. Это за бабки или тебе там какие-то призовые чуть насыпали? Поставьте шкаф, пипелок. Ну, нормально так. Ночью стоит, думаю, что сверкает, бля, знакомая в руке. Думаю, где-то я видел, поставь, видел такую модельку. Женя, пипелок, поставь шкаф, пожалуйста. Он же написал Аташу. Блять. У Сани звание каштан, блять. Ну, он показал сегодня на собаке. Каштан. Это ты, Андрей, придумал? Это уже 100 лет такая хуйня.
Мне кажется, мы, блядь, разъебем босса уже, пока мы, блядь, ждать будем нахуй. Кого мы ждем вообще? Совсем его времени не жалко. Лока ждем, чтобы шкаф поставил. Поставь, пожалуйста, шкаф. А, извините. Я не пришел, никто ничего не сказал. Вместо тщеславности есть кто-нибудь, блядь? Да похуй, 24 человека закрыли. Пиздец. Александр. Дайте, пожалуйста, банку с ГБ на ХП, пожалуйста. Слава, может. Слава, так, дай мне банку ща. На ХП. Не надо ему. А ты еще и пана. Банки на ХП самые дорогие, если что. Пока я не... А, вот эти, которые на той стальной коже, да? Да, да. Ну, только не по боссу. Ну я вообще не даю, блядь. Так, кому? Слава, встанешь на куб тоже. Вот, тщеславность уже здесь. Это кто? Фрипа, это кто? Это Андрей? Это Андрей, да. И еще кому? А Покалу. А Покалу не надо, блин, не слушай. Почему, блядь? Он и так жирный, да? Ну да. Блядь, я две взял. Апокал будет первый танчить. После Апокала будет танчить Фрипа. После Фрипа будешь из Морски. Нет, давай Агрессив ты танчить. Изморский на мобах. Смотри, то есть будет кастовать сокрушающий удар, ты должен будешь забрать агрессию. Запомни, после фрипа. Когда кастуется в тебя сокрушающий, ты должен прожаться. Изморский на мобах. Все. По кастам. Квадратику сбивает мистер Бонд. Он же есть, да? Есть. Биран сбивает звездочки. Печеньки сбивает Бенни и Бенаси. Бетик сбивает Ромбику. И Луне сбивает Апокал. Кушайте рыбу, да полетели. Паску по друидам. Каску дайте, пожалуйста. А, все, вижу. Спасибо. Это, слушай, Андрей Фобус, у тебя там сзади на штанах какой-то коричневый штрих. У Пандарена, блядь. Протерену ходит. Подстрахуйте. Да тише, подстрахуйте кто-нибудь печеньку, пожалуйста. Славность. Заходи. Давай, я подстрахую. Сейчас разъебует трэш, 20 тысяч дает. Я мне хир закинули. Да. Да говорю, хир закинули, блядь, чё ты? Да, Сань. Не верите, хотите, мне пофиг. Не верил, нет, не верил. Да, серьезно. Добивайте, припоты выпьем. Бейте, чё? Играйте, алло, блядь, где ДПС? 25 секунд еще до босса. Припоты, блядь, выпьем. Рекаунт не работает, ДБМ не работает. Охуеть, ебать. ДК не дамажит. Пиздец. Закиньте иннер и паски веди. Изморский, пока есть. Надо иннеры, вы убивайте босса, я сяду, отопью суски. Я подстрахую печеньку, Саша. А вроде нормально, Жека, не должно ничего. Все равно как бы бодряться стоять и обтирать твои штаны. Шума, Андрей, вон сзади какая-то круглая штука вылезает, блядь. Геру, может?
Можно и Еру. Я не доктор. Этот, готовься агрессив каунтить, когда будет в него кастоваться, максимально быстро должен лежать будет. Блин, сразу столько замены нашлось. Вспышка скоро будет, приготовьтесь. Сражали. Ну, еще один отпустили. Отпустили. Ходи курсишь, Чеша. Подведите босса к мобам. Левым. Агрессив БР Чеша быстрее. И на него закинь СС пивок. Агрессив нажми на сейв. Босса в центр выводить. Вспышка скоро. Отражали. Опустили. Сейчас как вот по возможности грипайте. По черепу все играете. Сейчас будет фаза, сейчас будет фаза, 51%. Ну так что стопнуть еще. Иди свет. Агрессива не пробейте, зашитуйте его сейчас. Ну вытяните. Фаза, фаза, убежали с центра. С центра убежали. С центра убежали. Танка не улетайте в ворота, а то может заявиться. Ну, уже такое было, короче. БР, дайте по флипу. Мага, видите? БР по флипу, из морска иди, короче, босса и таунтить сюда толстого. После апокала только. После апокала таунтить. Забафайте ДК. Я после апокала заберу. А если поверни его, можешь в лужу улететь. Ага, ну... Буду забирать после флипа тогда. Из морской.
Почему нам Морел ничего не релит? На Нанта. Я вылез. В ротацию. В ротацию сделал. Где-то под Фидикеями там соблюдает. Бьем защиту на ротацию. Смотрите, кто дотанчивает, кто танчит босса последний. Поняли, да? ДПС, Линк, иди, ДПС. И ХПС есть, собственно? Ай, бля. Нихуя не упал. Я знаешь, так говорил, когда про товаром робота Гер дотанчивал? Говорю, ебать, смотрите, кто батя, нахуй. Поставьте, может, порт уже тратит. Бля, у нас маг есть, нахуй я бегу, блядь. А лут забрали там, не проебали? Не, я сейчас заберу. И это я еще эти нажимал, нахуй, кубы ебаные. Кнопки, да? Да, кнопки. Ну, по 18, сряньте. Да ты же понимал, я нихуя не понимаю, за ШП мне просто сказали, какие три кнопки жать, я ебашил вчера больше, чем сами. Когда я спекнулся, не ебахнул. Так я уже, когда ты спекнулся, я начал релить. Ну, да. Я в ДЦ ушел. Не сразу. Ну, подключили фроста по этим фильмам, Да ладно, я подъебываюсь. Нет, так ты правильно подъебываешь, ты реально, ты сказал факт по факту, ты реально больше не ебал. Так а что сейчас у магов фростов? Люди с гильдии не одевают. Ну, смотрите, блядь. Так каждого по подъёбу, типа, как отлегалась, нахуй идёт с гильды, блядь. Не, мне вообще похуй. Что не одевают люди с гильды, там челик сказал. Почему у нас РДДшки не одевают все детектора? Почему мы ходим без детекторов? О, кстати, да, а чё мы детектор? Они ж, блядь, намного больше ёбаных дают ДПС. И может на леди это спасёт? Если будет. Там нужно 6 плюс детекторов, чтобы. Да, мы 4 одевали уже, заебись, было больше. Если аптайм не 100%, нет смысла. У нас есть 6 детекторов, просто люди их не одевают. Ну у кого детектор? Ну, поставьте плюс. У меня нету. У меня нету. Я вообще предлагаю людям, короче, подписку сделать, вот, типа, есть детектор, там все, и какой-то ДТ поставить ему, блядь, заметка и знать там. А если меньше 10к дает, то нуб там поставить, блядь, подписку. Подписку, блядь, вообще, магика... У магиков в прошлой гильдии танчили в 2 танка. Там можно там учить просто этот удар. Ну да. 13.5 секунды где-то. А покал сам как детектор, блядь. Детектор хуйни. Детектор пива. Ебать, тут красных дохуя. Блин, я туда да, не пойду. Вот ты какие злые. Детектор пива. Блять, там красные какие-то челики. Это орда или альянс? Не вижу. Орда, блять. Мне пизды дадут. Просто обидел человек. Альянс. И орда вон висит. На груле альянс возле камня. А, вон альянс, ну. Блять, там пизды дадут, блять. А в инсте еще нету никого, да? Давайте, блять, прилетим, соберемся. А ты медленно шагай, ты знаешь, в это ор, говори, блять, преклоните колени. Заходите на стрим, давай я такую хуйню сделаю, блять. Заходите. Я не зайду, у меня все нет не позволит, я зашел. Так, два это зрителя, нахуй. Заходите, короче, будет 10 зрителей, я пройду пешком, блять, от входа. Все, я тоже зашел, давай. Два зрителя пока что только, 3. Да ты где? Ну в этом, да, в Дискорде или на Ютубе? В Дискорде, в Дискорде. Я без зрителей. У меня ком, блядь, не позволяет что-то заходить. Смотрим, сколько зрителей? 5, ну давай похуй, уже для 5 прохожу. Вот, спускаюсь и просто на коне. И пешком иду, смотри, пешком иду, блядь. Я понял, нахуй. Короче, я понял. Так это надо было заранее написать. Просто дали пизды, да? На макрос надо сделать, понял? Женя, спекайся в ПВП на секундочку, ебать. Да похер на них, вы что, куда пришли?
А чё они... По фасту закроем просто рейдовый, да? Так да, закроем нахуй, ну там же рейд целый стоит, блядь, видите, нет? Лок в инсте есть? Лока, да, как-то надо. Знаете, надо вот я вам скажу честно, вы иногда вот паникуете касаемо быстроты там, где не нужно. Ну, типа, и где нужно, вы не паникуете. Вот сейчас по факту, блядь, 5 человек летит. Перед входом ебал ломают, ну, типа, а вы, блядь, просите быстрее рейд закрыть, ну, типа, к чему это, как это? Я тебе про это говорю. Сейчас если спектница залетит, да, с БШ, типа... Ну рти, блядь, минус 3 уже, ты где, блядь? Сейчас сдох, то... Я вон, блядь, убил, ты не палочек. Почему у нас по итогу полрейда воюет, а полрейда, типа, хуй не ставит? Ох, ебать лог у меня, вот у меня лог больно прихуярил только что. А у меня пешком, пешком стояло, сука, пешком в тучке шел. Два. Давайте. Все. 4 эмалианса заработал. Все, 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 шкаф в инсте, нормально. Все, Сухонь. Я сейчас зайду на замене первый рейд, меня за это пусть. Бейте Алику, да. Все, не бейте, выходите уже, мы с умоним, шкаф в инсте стоит, все, хватит. Ой, я красиво прилетел, ты такой нахуй, хоп. На нахуй. Хорош, хорош, припа. Сейчас ты 4 ни у кого работать не будет. Надо показать. Сзади, сзади порезались. Есть, да. Стоять, блядь. Обижают наших, нахуй. Смотри, что пишу. Войд, отец, нахуй. Куда ты, блядь? А я на замене ПВП. Все хотел. Все, все засумонили. Все. Ой, я сам остался, сейчас меня пиздить будет, нахуй. Ебать, это мясо, блядь. Так. Сюда, к ноге, блядь. Это Войд говорит, гоу быстрее пройдем или куда-то? Они через итоге пиздим всех, блядь. Я, блядь, сумоню нахуй, тут уже, блядь, сколько? 20 человек в инсте. Там, муха, знаешь, типа, когда берешь веревочку и об стенку, блядь, кого-нибудь. Ну, то же самое, блядь, было с Альянсом сейчас. Не, ну, мы не били, они начали нас первый бить, ну, типа, все. Да, они меня отпиздили, блядь, оскорбили нахуй. А мы вдогонку их отпиздили. Принимайте же сумо на покал, стрелям элик, агрессив, руанти и тщеславность. Вас только. А мы тут остались. Похуй на них, короче, пошли тогда бить трэш. Пока они там это. А, все, уже они тут. Мы все тут. Там мы возле ста развлекались. Мы что, в обычке будем бить? Только тщеславность. А что, у нас обычка стоит? Нет. 7 миллионов в обычке в трэш. Блять, у босса столько нет. А где это Саня? Чё Саня не кричит? Вы заебали, хули вы там деретесь? Знаешь, я уверен, что там, короче, РЛ просто вот хуесосит, блядь. Нахуя вы их тронули, блядь? А они сейчас у нас у меня убили. Вы уж верно разошли. А гранилу заберут? Да, конечно. О, я себе одного мобика взял, ебашу, пацаны, короче. А что подойдет буквально? Я тут с Гуром перебить просто задолбал, блядь, он. А я думаю, чё Саня на нас снярёт, чё мы, блядь, пвпшимся, блядь. А чё он задолбал? Меня больше заебали тем, что вы уходите, блядь. Пошли на леди после этого, чё, блядь, рейд нормальный. Так, ну, сейчас, через час уже уходить будет. Да какой уходить, нахуй, давай на леди, блядь. Да какой нормальный, блядь. А чё, кстати, чья это чашка, нахуй? Какая чашка? Какая чашка? Какая чашка? Ну, Чеша он. Чеша. Марухич. Марухич. А чё это? А чё ты назывался чашкой, нахуй? Зачем? Чеша, блядь, какая чашка? А чешинского кота. А! Заберите! Нехуй АФКшит на трэше. Мысли, блядь, ты чё? Я там не дамагал, блядь. Топ-1, блядь. Кстати, чё с Ламуром случилось? Чё там? Есть ли за это? Да начал предъявы кидать, въёбываться, блядь. Гламур? А чё с ним случилось? Ну. Да, то, что с хренкой. А чё это сегодня в ТТГ пошли? Блядь, ходит, когда ему удобно. Пиздец, блядь, умник. Чё я вообще, я тоже иногда, мне кажется, надо ставить просто РТ и все, блядь. Да, кстати, уже к этому приходили в многих гильдиях.
А то люди выбирают себе рейды, какие им удобные, какие им нужны, и все. Типа там минус ТП можно залутать, там можно заплакать. Я 6 числа приду, так и буду делать, блять. Похер. Сейчас мне просто надо вбивал вот этим на следующей неделе порешать. Ой, что в следующей неделе достаточно занят буду. Ну, я, например, сейчас могу только 3-4 дня выделить под РТ в неделю, и я выбираю сложные. Всякие целка-бычки я там не хожу. И зря. Можешь. Короче, это, дайте мне мобика послабее, и все, я с ним разберусь сам-сам. Бежал ума себе, и все. Изморский прыгает с танка. Ом. Ого, вот ты шо, ну. Что? Я слеполаза возьму себе. Да, блядь, ты чё кости по глазу? Самый дефманский — это Ом, забирай Ома. А собак кто танчить будет? У меня уже нет вообще никакого. Собака Гречник будет танчить, чё ты? А ну тогда лучше. Изморский заберёшь этого, Изморский заберёшь Тиглера и Корля, как всегда, Ярик заберёшь Кокроша, это пенька. Кроша и кого? Кроша и слепоглаза. Слепоглазу косты сбиваем. Да, помню. Дайте мне этот. Агрещив собак держит. Дай сапрот. Кстати, а скажите, как там правильно стаки сбрасывать зеленкой? 5 сапрот набираешь, и когда 2-3 секунды, лучше 3, наверняка. Значит, без дебафа остается, нажимает какую-нибудь зеленку. Да, добавляется стак с 3 на 2 секунду. На 5 секундах нажмешь, панцирь у тебя 5 секунд. На 5 секундах нажмешь, и он у тебя скинется. Понял, спасибо. Дайте еще сапрот. Если вдруг пройдешь, я за 20 стоял, танчил, ебал, стоял торгов. Уйдите нахер с рыбы, Марсель, салю, блядь, ничего вы стоите на ебаной рыбе, зачем вы это делаете? Все, давайте, готовность на пол. Да, пошли, я готов. Сопрот, пожалуйста, кто-нибудь, любой. Кидай мне, кидай, обмен. Все, да. Фрипоты. Типа лето. Ну, скоро будет либо сифилис, либо оспа, нахуй. Реально, а что ты печеньки не можешь? У тебя 14 тысяч ЕП, можешь забирать их. Ну да, нихера себе, 14 тысяч не можешь. Ну, в чем проблема? Как раз фулл ЕП поставишь. Все, готовность, давайте возьмем. На замене дают типа? А? На замене дают? Ну, типа... Дают. Все, сижу. Шнурки. А, и потом придет. Давай. Пока никто никого не бьет. Ты по глазу на Ярика на пульте. Геру дай. А, ты по глазу открылся, ебать, отвлекаю. Рибан. Стопнули после по глазу. У Киглера на Изморского на пульте. Смотрите, Киглера ни в коем случае не сравните. Лучше стопнуть не лишний раз. Если по глазу не играйте, кто там после по глазу забирает? Ярик, ты забери. По Киглеру играйте, поставил череп на него. Главное, стинер постреляет кешка по скиллизи. Похиливайте, стопнули по Киглеру. Кроша, живые бомбы выносим. Ярик и агрессив, готовьте сейв.
И какой-нибудь паладин, Ретрик, давай, и Ахиса, забери огонь. Агрессив, подбежишь чуть-чуть к нам, когда сейв скажу умирать. Крош, смотрите, тоже не сорвете, не сорвите. Если по какой-то причине сорвали, обязательно выбегаете из рейда. Очешотните всех. Через 8 секунд приготовились сейвы отдавать. Грэч, подбеги к нам. Подали сейвы. Топнули по крошу. Киглера. Дай тимка, пожалуйста. А в 25 эр после чая еще люди чатнули. Покиглим. Ома, приготовились декурсии, все пошли Ома бить. По собакам не играйте, агрессив, твоя задача всех собак на себя забрать. Пиглера, забери из морски. Декурсят все, кто может. А КС нолом не бросают. КС, пипилок, обязательно. Декурсим, декурсим. Проверю, кто декурсит. А сам декурсишь? Да я мне тупо один 100% по декурсу. КС обновить 80 секунд. Но не по-моему. Кроша. На пульте кроша. Ярик, кроша, не слепоглаз. Я ему кофты сбиваешь. Не этому, не этого кроша печенька. Ну, потом совром. Нам сейчас нет. Сальву помогу закиньте определенно. Тогда. Вижу, что он у тебе, ну бля, у меня там срыв по грабу в том. Сейвы отдайте, Дим Войт проебался. Стопнули по крошу. Киглера, Киглера добили. Там 20%. На пулы. Далее, из морского прохила. По скипиди нужны Нарчетка плюс Чеславны. Гляньте, даже на косту еще гимноману. Вы кому еще раз? Скипиди. Можете пойти печенье на печеньку повесить. Синюю джагу и ману восстанавливать. Стреля, подбеги их из морских закинь меня от постреля. Хорошо, добили.
Великий, идите, помогите тоже Кроша добить. Бить его, знаете, как убить. Когда он докачивает, убегаете. На звездочке ману восстанавливаете. И вы. Слепоглазы, миленьки тоже идите, бейте слепоглазы. Шланг Дебер почерпи. Собак еще на два забили, по-моему, добили. Войт, нажми гимноману. Ну, КД уже. Чеша как. А, ты уже два, гляньте. У тебя есть? Если есть, нажми. Че, вдвоем отдам? Те, кто декурсил, продолжают декурсить. Вы короля бить. Милики, пока к королю не подбегайте. Так, давай, Чеша, Инер, покуси гуси, что у нас по скибиди. Я не полностью по мане сели. Бэггеру зачем, что оно? Да, давай, 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 давай. Да лучше поставили. Умирать будем. Умирать, что оно, почему? Не все. Ну, умри просто, и ты. Я в танке остаюсь, и в ДД. В танке? Андрюха, не вытанчи. Айс морский, он сильный. Он ни разу не танчил. А я-то пиздец. ДПС инканите. Ну, даже плачу. Нормально. ДПС, ДПС, ДПС. Да я рот ебал. Да ты первый там, короче, 19 тысяч. Маша, а, блин. Ты в день? О, я хочу это видеть. П
Почти двадцатка, охуеть. У тебя время будет идти с ЛКХМ? Десятку. Двадцать пятку. Я думаю, не пойдем на почему. Давай, все, сейчас добьем грудмагик и пойдем в 10 хм. Сильную пачку буду собирать. Кто захочет, пойдет. На фул. Блин, я часов до 6 где-то могу только. Заменим еще. Да и до 6, когда времени вам сейчас быстро убить. Ну просто до 6 это на фул не успеем мы. Не факт, если с первого трая воду толстый. Мы вот в прошлый раз, когда пошли туда на фул, мы всех почти с первого трая убили, кроме меча. И Синдру со второго. У нас там был чуть-чуть больше, чем. Ну, если смотреть до меча, то у нас заняло там 2 часа вообще. Мне специально надо было дальше, чтобы Гера не упала. На тебя бегут мобы, Саня, если что. Ну так, для справки. Блин, вижу сейчас впаду. А до какого хера? Не пока понятно. Не вставайте, бля, сейчас всех вас разъебет. Не-не-не, я просто отойду, сейчас и сдохну. Инвиз, может, у тебя есть? Ну, не спускай. Ну, не идут еще на кого-то. Вот значит, славность. Все, свейдились. Лезть. Интересно, на нас диваны повесили, он на нас загрелся. Ну там непонятно, там апокал еще был с той стороны. Ну, может и запет. Так, короче, сейчас всех миликов, первую пати Акиса, Геран, Фриппа тоже. Апокал будет танчик. Видите, мы позакрываем. Изморский ты тоже этот. Да, давай. Сейчас все первая, вторая партия, это люди под лицом в демон, с пивок не забудь, что в демоны здесь не прыгай. Агрессив. Смотри, ты помнишь, как руки закрывать? Здесь. Да, экспросик на квест. Да, сейчас. Так, Саш, я хилю или я Велима? Пока оффлайн, кстати. А пока вот тут? Ты оффлайн? Захожу. Поставьте. Вот видишь, Санек, вот сейчас наведи на апокал, видишь, труп существа в вопросе к уровню. Да вижу, вот это... но у меня не всегда так показывает. Так, крой. Этот. Давайте ткаф и на пикевок поставь, и агрессию бэчика надо засуманить. Первых две патчи бегают под лицом. Все здесь были и знают, что делать. То есть сокрушающих вы должны лицом словить. Эцки обижать в сторону, обязательно. Смотрите, у нас один танк закрывает. Поэтому, РДДшники, вот эту левую зону, за левую зону ответственности назначенные люди. Это вся третья группа. За дальние, которые возле мобов, четвертая группа назначенная. Мили-зона все 5 пивов. Давай только поменяемся. Я поменяюсь местами с славностью. Я через глыбу могу закрыть один раз. А пока его заходи. Демонов вообще нет у нас. Ярик. Да, то захожу, комп опять, блядь, потух, заебал. Походу вентилятор вырывается. Сейчас 3 минуты. Ага, ты помнишь, как танчить босса? 30 стаков отвернуться влево. Нет, там печка активируется. Когда печка активируется, подбегаешь чуть-чуть к печке. На тебя вешает, на босса не вешается дебаф. Огонь такой. Там Декс, короче, просит. Да, я уступлю Дексу. Давай. Сейчас, через комп зайду, погодите. Поставь. А, стоит в Декса сон. Короче, после этого груля убьем, вопрос будет по второму рейду целка.
Нет, первые триксы точно закиньте в Ярика. Блять, ну первые-то понятно, что ты. Дальше уже. Я же не в фаермаге сейчас. И что? И что, при чем здесь фаермаг? Подъем? Ну, это понятно, но фаермаг-то при чем? Ладно, подъем не прошел. Вы бегаете. Бьете, смотри. Вы стоите, бьете в лицо. Лучше не бегай, сыграй свои волосы. Ты бьешь в лицо, кастуется адски, убегаешь вот туда. Вон, где портал стоит, плюс ним. И обратно потом возвращаю. МТ это пока. Агрессив, смотри, ты здесь? Смотри на меня. Ты начинаешь закрывать руки вот с этой стороны. Потом здесь появляется печка, здесь в огне все закрывается. Будешь закрывать руки вот здесь. Вот эту зону ответственности твоя будет. Понятно? А так вначале твоя зона ответственности там справа. Что там, Ярик? Так я пока его нет, какую рыбу и погнали. Да, похуй без него. Так он мейн танк. Я под ложным потанчу под этот... под воротом. Там, мне кажется, Андрей затанчит, блядь. Там незыбко откатывается. И панцирь есть, вдох я прожим. Хилы хорошие. Вы еще с него не сорвали? 3-5 на пулов не сорвут 100%. Вообще никак. Тут про товара можно танчить. Ну, у меня тут брони маловато, ну похуй, пробуй. Блять, Ярик, ну что там у тебя? Я в игру захожу уже. А, ну чё, давай. Да, блять, ну раз блок питания отошел, ты в два раза потух, пиздюк. Ребят, паладину киньте и, пожалуйста, пресс шаманам. Тот кинул каску, кулак есть, креста нету. Кто не кидал? Стреля, обмен быстрее, быстрее, стреля. На. Зачем хилам тотем на МП5, когда вы кидаете, ставит тотем на исцеление? Дайте шкаф, сейчас вас он зайдет. Сделайте. Шкаф, шкаф. А все уже. Пришел смог? Да. На, Ярик, рыбу. Рыбашните Ярика на ХП. Ярик также не жалей прожимки, когда у него 20 плюс стаков, 30 там. По одной прожимке отдавай, когда не скидываешь. Их стаки скидываются именно когда ты подбежишь к печке, на него вертится дебаф, дебаф пропадает, и на скидываются стаки. Понятно. Вроде помню. Да. Ранчи, скибиди, пуси-гуси. Пуси-гуси просто так первую-вторую пати не считают, только под этот. Я туда самых дохлых закинул. Приоритетом тебе первую пати засчитывать, не вторую. Веру, дай. Скоро будут руки, приготовьтесь. Руки сзади. Ярик, скоро будет печка активна. Стаки пойдешь скидывать.
Руки закрыли в мини-зоне. Вот, Петька, поверни его немножко. Подбеги сам, точнее. Справа далеко. Сейчас, разверни, брат. Разверните. Подай к СУБР, честно. Так, а мне на шалом тоже, да, влево, ну, повернуть его. Ой, на этом, датском. Да, поворачивай. Вправо. Ну, от тебя влево, да. Ты бежишь влево, бежу вправо. Скоро будут руки приготовьтесь. Закрутишь слева. Еще 5 ярости, Ярик, и будут. Жимки не этот Петька скоро будет активно. Ярик. Обратно. Да. Прожмись, Ярик, обязательно сейчас. После этого удара, смотрите, сейчас печка заканчивается, будет расплаки. Все, отворачивай. Слева же, короче. Сбежали. Обратно. Обратно. Ну, все, показывай. Надо это, поворачивать его, а не стоять на месте. Скоро будут руки приготовьте. Короче, Терислав, когда 100 раги, адски ты бежишь влево чуть и все, а мы вправо. Пока под печку, да? Ну да, типа как на печку. Бежишь. Закрыли. Хорошо. Печка, телефон. Своей жизнью жертвуете, закрываете. Лучше один, чтобы сдох. Подвижи, влево, Ярик, все, обратно. Ты обратно не встал. Встань нас, короче. После адского поправишь его чуть. Угу. Ну не адского, вот это удары сейчас. Все, отводи. Слева закройся. 19 набрал я этих ярости. Ладно, пусть там все пиздит. У нас будет сейчас ошеломляющим ебать, ведь Ярик. Какая пиздюка, Аски, отбежали, отворачивай. Обратно. Майлику из морский БР дай. Не прекращайся, Ярик, а нужда ему зубы. Все, нормально, все. А вот этот пиздюк. Закрыли руки. Вмили руки. Давай, я тоже это, короче. О, не, блядь, ну как ты бегаешь, ну ебать, блядь. Бегаю. Кулёвка. Запутан. Заходи танчик, я чуть позже. Да, сейчас дай душ по танчу, блядь. Ну смотри, все. Смотри, короче, он просто проебался в этот момент, когда отбрасывает. Его отбросило просто не в углу, а в середине. Чего, пусть так заходит танчить. Стой, закрывай под лицом, Андрей, поможешь руку закрывать. Да потому что, блядь, две механики. Ну, блядь, не ори, разорался он. Ну ты нормально, блядь, то, что тебя просят. Я тебе сейчас микрофон выключу, блядь. Да ты похуй выключай, блядь, минус получишь, и все, блядь, заебал, потому ну, что... Ну и все, ебает. Короче, как вы, блядь, отдыхаю. Как в общаге, типа, знаешь, блядь, ложи носки сюда, блядь, почему они тут валяют, пускай ты тут валяют. Ложи носки, блядь, ну просто корт, вот и все, блядь, ну пиздец. Не может быть элементарные вещи сделать, две вещи, блядь, право-лево, блядь. Да, ну, Саня, да успокойся. Сань, просто... Типа, ты перегибаешь, честно, вот, он не знал момент, когда отбрасывает, он просто пошел, встал, типа, его отбросил вверх и в сторону. Он уже танчил этого босса, блядь. Просто некоторым людям надо по 10 раз объяснять, да, а кому-то надо админ. Да, да просто он не хочет. Может, он такой момент не ловил. Может, он такой момент не ловил, я хуй. Он знаю. Просто не хочет, может быть, танчить, и все, из-за этого такая хуйня. Вы давно уже поймите эту хуйню, и пускай кто-то другой танчит. Он не хочет, пач. Блядь, он специально всегда так будет делать. А есть у кого ассист? Малик, да? Малик, да, у лидера. Ой, эстите, у кого фласки на СПД, дайте, у меня закончились. Вот, три штуки закончились. Танковать хуйня. Хуйня, типа, вот, увидишь, случилась какая хуйня. Какого хуя вы дальше стоите, блядь, перед ебалом, типа, вот, ну, я не понимаю.
Ну, босс смотрит, получается, вот мы влево, типа, вы все стоите перед ебалом, я хуй его знаю. Ну, типа, ну, будьте более адекватными. Ставь, Слава, рыбу возьми одну, пожалуйста. Чё, ни у кого нету в кармане, блядь? А то чуть-чуть механика поломалась, всё, мозг сломался, всё, пиздец. Забей, блядь, это сложно, блядь. А рыба, тут у кого рыба? Ставь, поставьте рыба. У меня банк КД. Я поставил. Вон, всё, поставил. А, блядь, где ты закрываешь руки? А, я не знаю, где ты закрываешь. Ты под лицом Ярослав стоит, можешь сбить, прыгать в ДД и бить босса. Андрей бегает, закрывает. А где ты закрывал кастерна или похуй где бегать? Я закрывал возле выезда. Я справа могу закрывать, справа и сзади. Ты ебаный, блядь. Вздохните, выдохните. Я был раз. Что за такие нервы, блядь, вайпнули из-под. Скажи им, что он руки, блядь, не закрывает. Короче, я у входа закрываю, да? А пока у тебя ДД, короче, сидишь под ебалом, я у входа закрываю, не могу понять. Да, но ты у входа, с агрессией в центре, остальные да. Лево-право. Да, добро. Блядь, короче, скажите ему, что он минус. За то, что, блядь, не слушает. Зайду на мага там, заебал, блядь, честное слово. Отношение такое. Ты тут, а пока? Да нет, ушел он, блядь. Проверку принял там, нет? Нет. Ну я, короче, тоже не хочу, типа, сейчас тут разборы включать, но прям, ну, чуть перегнул сам, похуй. Не, пофиг, мне уже заебало, потому что объяснять по 10 раз. Вот просто, блядь, заебало. Каждому. Еще да выебывается сидеть. Я понимаю. Еще сидеть выебывается, блядь. Блядь. Там, блядь, тупит, блядь, тупит, блядь, больше всех. Больше всех, блядь. Ты тут опакал? Ну, блядь, проверку принял он, нет? Ты тоже не делал, в кадр... принял проверку. Ну, давай ему минус 1000 сразу сейчас. Ливнется, иди хуй на него. Найдем нового. Честно, заебал. Короче, поставьте подъебало кого-то. Вместо ой, него, нахуй. Кого там? Или Андрея, или кого там, блядь, агрессива, кого-то с них. Ну что там? Давай, Андрей. Андрей пусть станет. Перекинь его в пати, ага. Пиздон. А кто танчит? Там не Макс на замене был, ну ладно. Руки там главное не проебывать. Я вроде такой стресс. Тут как на Алпакану налетит, но... палка не ебашит.
ты еще под раздачу получишь, да? Душнилы. 98 раз. После этого адский будет приготовить. Убежали. Обратно. Чашка, дай Бэр там что-то упал, блядь. Хант, блядь. Забавка ты. Потом все природы поставили тоже, пожалуйста, не запомни. Печка с нами подвелится. Подожди, девчонка. Сейчас пройдет шамбал, подвижу. Руки там не пройдут. Бля, я смеяться раньше. У меня вчера так же жопа залила, пишет. Почему ты жопа сгорела, блядь? Человек не исполняет, и что выебывается, блядь. Да я вижу, Андрей. Сейчас будет адски сразу после. Ну меня не прокинули, блядь, просто. Вернулись, да? Бам. У меня предложение, короче, это зайти... Предложение, чтобы ты зашел на друида просто своего, а не на эту хуйню. И все, и потом. А у меня же КД, я же тебе сказал изначально. Ладно. Ну что, тебя убило? Смотри, там, смотри, я уверен, что тут спокойно танчит Женя, у вас божество, ну, свои тут попали. И все. Добрать и Макса подъебало стать, чтобы он просто был на замене. Подъебало стань. И все. Ну, давай, сейчас кастом. Ладно, сейчас кривой попрошу. У агрессива еще было матковое. Зубы еще. Да, он говорит, ну, а танчит спокойно, короче. Он опокалывает. Может, он опокалывает. На него. Чё, резать и павших, кто там стал далеко, сумените давайте. Да выпрости риски, блядь, человек сделать не может. Право-лево, блин. Нажмите на сумон, пожалуйста. Чтобы было все быстрее. Так чё, будешь ты танчить или жать, блядь, танчить? Да потанчу, чё. Сейчас буду просто зубы просить, когда будет 20 плюс так. У тебя поты на броню есть? С ГБ я где-то был. Возьми с пола ебани, когда там кончится. Очень сильно решает. Есть у кого-нибудь хоть полкашная флажка, пласка на СХД? Я бабам дам. Что-нибудь. Войда суманет. Тоню суманите. Таню вернуть. Паладинов. Шнурки и суманики. Тони в сумане. Дал положение на пальто, сам шаблон.
Ну, Макс, под лицом будешь бегать. Угу. Прибору типа закрывать. Сань, на хп банку лучше принеси просто. А ты, бляха, муха. Не приел. Ой, блин, это то, что лежит такой. Смотрите, смотрите. Ранчи. Так, я руки закрываю сзади, потому что хорошо. Господи. Вот на аниме порно смотрит. Правая рука две. Просил. Бля, ну вы стоите там в миллизоне, силы, вы чё, ну видите, или чё нахуй? Руки. Лево две. Там уже рук не будет, если можешь закрывать пока слева, типа, пока не пропадет огонь. Дай зубы по мне, типа этот. Руки. Адский. Руки лево две. Есть помощь. Если она узнает, что это именно, то она скажет, ебать, ты ребенок лучше порно посмотрел бы. Может, чего нового научился бы. Смотри, там адки скоро. Адки я держу. Обратно. Руки. Выход две, руки, выход две, один, хант, хорошо. Руки.
Как так, блядь? Напуливайте все на фрипа, все на фрипа, на пула, дайте. А там ты 5 миллионов не наберешь никак. Ну вот. Ладно. Закрытые были там пиздос. Не было в хп, это точно, блядь. Пару секунд. Не пару секунд, но секунду точно. Просто там 40 ударов прилетел, и я слетел. Полученное исцеление линконития. Где топором, кто его там хилил и чем. $40,000 и $20,000 Ну, а убила в этот, в ошеломляющий или между? За 1,7 секунд убила, короче. Так-то можно было, блядь. Я на пол хп видел, стоял, блядь, на пол хп, и хуй поподнял. Ну да, там все прожимки в КД. У хпала кастуется секунда этот каст. Резать? Да у любых вот это, пускай это Женя потанчит на попали, его не убьет тут. Тут попалы стоят просто люто на. У него и дом Женя знаешь как танчить босс? Заходи на палы танчи. У меня побед попал, чем у тебя на. У тебя мейн попал, у меня успех. Мейн попал. Давай, захожу. Да он уже танчил же тут. Блять, куда сейчас проебу, сука. Я не знаю, там же ОЕ не было никакого по рейду. Тут, блядь, задачи-то другой нету у хилов. Их хилов 5 штук. Хилов. Там холипал есть. Ну так а чё? Блядь, то, что холипал есть, это не значит, что 4 хила не должны нихуя кастовать. Холипал уже есть, а я буду яйца чесать. Ну давай. В натуре, блядь. Я еще раз спрошу. Линконите полученное исцеление, блядь. Где топором, блядь? Кто дал, блядь? Хуй кто чё дал. Вымерос залетел только от четкой, и всё. Так тоже не пойдет нахуй. Надо играть нахуй. Хотя бы или мало, или большую волну и кастовать нахуй. Когда там короче, 30 стаков. Короче, смотри, посилил его, короче, жизнецвет. Либеди посилил щитом. Потом буйный рост посилил. Правосудие света и жизнецвет. Я это понимаю будет. Это все. Только я прошу линкануть полученное исцеление. Не вот эту деталь смерти, не 2 секунды, блядь, а полученное исцеление. Есть отчет такой в рекаунте? Вот, теперь нажми на где-то пора и еще раз линкани, а не вот эту залупу. Кто его хилил и чем? Ну, получается, стрели, я не знаю, щит, наверное, стрели висел. Чеша ходками, скибиди хуй забил. Ну, а пусть я хуй знает. Щит не мой висел. Щит на шнурках. Ну, ты волной маленькой хотя бы хилил? Да, сейчас линкану. Типа то, что хэпал есть, это не значит, что не надо нихуя делать, нахуй. Вы тоже такие интересные, блядь. Сколько вы играете, блядь? Месяц, нахуй? Все, вот, хватит, так. Иди, давайте, кому там плюсовать надо? Вас блядь, дохуя слов получается лишним, блядь. Давайте убивай его, уходим. Мы выполняли все. Да, блядь, сколько ты меня нахилил? Ты горишь? Гори, блядь, дальше. Да, горю. Блять, ну я не отрезаю, что ты делал. Так что ты свой функцию не выполняешь? Я понял, я, блять, я прохилил, рейд прохиливал в это время. Там рейд не бьет, почти. Кроме там. Бьет тех ребят, которые рядом с тобой, когда проходит там какой-то удар, он, блядь, бьет, раз я ребят прохилил, блять, сунулся к тебе, я уже нет, все. Да там ДС щиты вешает, там нихуя не. Там один раз прохилил, их больше ничем не бьет. Один раз бьет, все.
спокойненько. Да, сейчас сидел, яйца чесал, вот чем ты занимался. Так, короче, блядь, давайте, заебали. Я как уже захожу в шаман, хилю дальше, блядь, ищите танк, видите. Давайте, я сейчас буду хилить, кстати, вас для чего-то, блядь, вы горите, нахуй, начинаете все хуесосить в итоге. Давайте, кто там вот танчит, давай, там, если агрессив есть танчи, сейчас будет. Танчи, зашел, ты зашел уже, блядь, ты зачем ты сказал, что я захожу на танка тогда? Ну, что, а сейчас, блядь, значит, блядь, хуесоси подряд, блядь, цепляйтесь, блядь, свои ошибки, блядь, не можете сказать, блядь, ну и прожался там. Еще там что-то, блядь. Я же тоже могу, блядь, заходить на этом, блядь, на танк. Пожалуйста, я как-то жинки на танцы, блядь. Вы просто не...